караси, они, как давно известно, идеалисты. Забрались на север, спрятались себе под лед озера Ниджили и думают, что их никто не достанет. Как бы не так, якутские рыбаки из совхоза Кобяйской знают толк в зимнем лове. И хотя это дело мудреное, однако караси в сметане, как говорится, вещь. Мы назвали бы вам имена рыбаков, но их легко спутать. Полдеревни здесь носит фамилию Наговицын. Так часто бывает в северных поселениях. Вылавливают в год рыбаки Наговицыны, их товарищи и соседи по 200 тонн первосортного северного карася. Теперь дело за сметаной. В Якутске живет Юрий Георгиевич Шафер, ученый-космофизик. Институт, которым он руководит, изучает космические лучи и солнечный ветер. Многолетние исследования института имеет практическое значение для освоения космических трасс. Накануне октябрьского юбилея Юрию Георгиевичу исполнилось 60 лет. Первый визит нанес ему космонавт Хрунов. Сердечное спасибо от трудящихся Якутии. Земной поклон от всех космонавтов страны. Пусть во весь голос прозвучат сегодня сокровенные слова.